Пермском крае. Смотрите, 20-й год, видите, сентябрь. В 15-м году. Вот мне удалось вырастить персик хасанский. Благодарю за ваш труд и терпение. Саженец был куплен у Железова как корни, как собственно корневой. Во. В 15-м году куплен. 15, 16, 17, 18, 19. На 6-й год. Нормально. Ну, в общем-то, нет, долго сильно. А может, это не первый уже. Все-таки целое это. В общем, мы поняли. Здравствуйте, Валерий Константинович. Ну, то есть, это, кому? Пермский край, это что же Урал? Кому его отнести? К Европе или к Азии? Я-то за Сибирь болею, у кого больше этих результатов. Вот. Здравствуйте, Валерий Константинович. Пришел на Санкт-Петербурга. Я Забелина Ольга Ивановна. Может быть, помните. Я вас брала косточки абрикосов. Прошлый человек простила. А, это сенсация, Лена. Сенсация. Вот такие нам нужны. Я вас брала косточки абрикосов. Внимание, Санкт-Петербург, уже сенсация. Все выполнено. Получилось саженцы процентов 80-90. И сейчас покажу, ахните. И у меня теперь 135 пакетов с абрикосовыми саженцами. Ну, судя по процентам, она выписывала 150-170 штук, да? 150, наверное. Вот. Они у меня прекрасно росли и зеленели. Сейчас увидите, в чем сенсация. И зеленели все лето. Хотел их на зиму перевести в теплицу, прикопать, прикрыть. Кстати, ни в коем случае этого делать нельзя. Прикрывать. Ничего нельзя этого делать. Но ей повезло. Руки не дошли. Не успела. Так и зимовали на улице. Заметьте, не закопано. Сейчас покажу, ахните. Зима была холодная. У меня север Питера. Морозы были до минус 35. Нормально для Питера? Причем длительные. Не думала, что они выживут, но все живехоньки. Буду их сажать. Места, места, правда, столько нет. Не знаю, как поступить, но это ее больше, я даже не буду подсказывать. Думала, дай бог, что 20 получится. Обижаете. А вышло вот сколько? Вопрос. Делать ли обрезку и как? Насколько, когда? Ну, это ее головная боль, то есть я подсказал, 2/3 отрезаешь, просто это. А дальше еще кое-что покажу. Вот. Теперь, мне ее надо найти. Мне ее надо найти. Вот так, сейчас. В почте. Это в почте, Я хотел, выделил, а выделил ли? Выделил ли? Опять буду время терять. Это можно уже закрыть. Да, это. Мы полюбовались на вашу работу. Так. То что у меня сегодня? Так. Там такие фотографии. 135 саженцев. Как вот таких этих. Ну, полиэтиленовых мешочках. Все зимуют на морозе. Не закопаны, представляете? Ладно, еще не последний вебинар.